Я просто, ну, мужа хочу бросить, и мне повод нужен, а он повода не дает. Поэтому я вот хотела попросить кого-то, может, смс-ку ему скинуть, а я бы вечером пришла, скандал ему устроила и... Не могли бы так сделать? Я заплачу, если что. Там смс-ка $100, а смс-ка с пикантной селфи 200. Буквально пару слов. Тебя люблю, хочу. Приезжай. Просто вот любовь любовью, а на Мальдивы-то хочется улететь. А с его зарплатой дальше мытищ вообще не взлетишь. 300 тысяч в месяц, вот куда это? К сожалению, я вам не помогу. Я уже хотела даже психануть, сама на работу пойти устроиться. Представляете, до чего довел? Так-то он у меня просто очень верный, любящий, повода никогда не даст. А я уже и не знаю, что делать. Есть какой-то лайфхак? Поговорить. Ты мало зарабатываешь, ты нищеброд, ты никчемный, тоже жестоко. Как бы вы перевели на необидный язык? Мы слишком разные. Возможно. Я слишком плоха для тебя. Тоже можно. Соврать, то есть. Буду надеяться, может, что его машина как-то собьет, что ли. Вы не за рулем, кстати? Нет.